инструментальной под названием «Молодость» и соло, и бас, и, конечно, ионика. Водитель был учителем пения, он умел играть на баяне. Еще была солистка Леночка, та, что училась на год младше. Склонность к завышению, она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, та, что играла на ионике. А Оле снился соло-гитарист, и иногда учитель пения. Учитель пения хоть был и женат, графичкой. Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. И тот любил учителя пения. Так, ладно. Блин, что-то хочется спеть, не знаю, что. Просачивайся. Все-таки я навыкнулся, блин. Надо найти этого апостола. Ты не сюда лучше, гугл пиши. Тут он, Где он? Вот он, да. Прогулки по воде. А там есть? Да, было на этом АМДМ, я просто искал название просто. Ты можешь съесть? Апостол Андрея, спаситель, ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарея, спаситель погибших людей. И Андрей закричал, я покинул причал, если ты не откроешь секрет. А спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Но учитель на кастре блистает, дорога, черный ворон кружит над листом. Не, чувак, понимаешь, вот тут аккорды, которые я не запомнил еще. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распять и оставь на потом. Онемел спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Повыпал с пескарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.
что-то мне грустно стало этой песней. Ладно. Ладно, давайте просто что-нибудь послушаем. Врубай частушки. Матерные. Секс-оргазм.